Привет, привет, мои дорогие, как ваши дела? У меня потихонечку. Были у меня заказы. Мерабалар такипчиларым, насылсыңыз, иим мисыңыз, бен иим, тешекер эдерим. Hello. Так, у меня были заказы. Я заказала, вчера не смогла снять видео, опять себя немножко плохо чувствовала. Что-то думаю, что все-таки вот эта глобальная проблема меня тоже задела. Вот. Еще как-то то есть и то ее нету. Как-то вот так. Ну, в общем, у меня заказы. Такая довольная, как маленький ребенок. Господи. Сушила их 2 дня. Думаю, потом уже будем снимать. Ну, начнем, наверное, вот так. Балконов. Волоконовку я заказала, наверное, я думаю, 1 килограмм. Уже забыла. Ну, вот такой вот просто кусок хороший, огромный. Так и челлерым спарыш вердым табешир. Онларны гестериорум. Ады волоконовка. Чуть взял тады варбанники. Таких 2 кусочка. И еще хотела сказать вам, если хотите, можете заказывать по вот этому номеру, который здесь написан. Отсвечивает, да? Как-то отсвечивает. Сейчас я вам продиктую номер. Так, это будет у нас для иностранцев. Это какое начало здесь? 996, да? Плюс 996-500-806-003. Так и пчелырым спарш вермек истерсуңыз. Бәлки да. Ама бұнлар Бишкек Кыргызстанда спарш вере билерсіңіз. Телефон номерасы 996-500-806. 806-003. Yani WhatsApp'ı var. İsterseniz buyurun. Вот. Потом у меня песчанка. В общем, я ее поделила на более мелкие и крупненькие. Ну, такая прелесть. И вообще, вы знаете, это у меня мелкая. А вот. Но более крупные, скажу вам так, они крупненькие. Вот. Поделила их, ну, приличненько. Так, целым будем одеть песчанка. Что взять? Ну, мне кажется, у меня здесь почти 2 килограмма точно есть. Вот. И еще... Сейчас я вам прочитаю. Это уже взяла по 200 граммов на пробу. Вот такой мелочек Орео. Орео. Вообще первый раз слышу. Такое даже и не пробовала. Может, попробуем, да, маленечко? Секундочку. Обычный меловой вкус. Ну, просох хорошо. Так, 200 грамм Орео. Это по 200 граммов у меня. Угу. Вот такую тоже. Сластена 2. Тоже граммов 200. От Орео уже отличается. Просох хорошо. Прицеплю, наверное, да? Все-таки.
Вот. Богородка. В общем, выставила их на батарею. Сушились. Вот надо Богородская. Когда я первый раз купила мел, вот такой. Я была, то есть у меня любимчик был Богородская. Тогда прожилки есть. И все равно вкусно. Давно я его не ела. Вот. Также, это что за название? Калинка. Так. Какой-то привкус калинки, но вкусный. Извините. Так, пчелорым калинка. Эпсилон тады гузяй. Еще они сделали мне подарок. Подарили мне 0,5 килограмма бизе. Вот. Попробуем, да? Бизе еще хорошо не подсохло. Хайди верды банабыны, а де бизе. И еще один подарок. Тоже 0,5 килограмма. Мела Честер. Здесь такие еще кусочки маленькие пару. В общем, 0,5 килограмма. Спасибо вам большое за подарочки. Благодарю вас. Это было очень приятно, реально. Маша подарки давно не получала, да? Последнее это было от дочери. Вот я снимала, вы видели. Это для меня давно. Месяц назад, даже месяц не прошел. Ну что, попробуем чисто, наверное. В пакете глина и мел. Вот прям здесь я вам говорила, чтобы мне удобно было. Сажусь здесь, снимаю видео. Здесь пока увяюсь, возьму что-нибудь, в общем. Вот. Вкусненько. Угу. Буду ходить, так и пчелорым. Я на ярым килодан и хитюрлю хаде. Битанасы безе, битанасы честер. Он орает тешекер эдиор. Попробуем песчаночку, наверное, подсохла она или нет, да, все-таки.
наша Зитка, сестренка моя. Она положила с этим... Рядом положила какие-то салаты, не знаю, что там, недалеко. Впитал весь вкус. Вытащу на улицу, чтобы выветривалось. Еще поругаю. Вот. Вот прям